Tak dneska jsme hráli výborně jako tým, vedli jsme 3-0 po dvou třetinách a i oni si to prohráli svojí disciplínou a my jsme si to pohlídali. Мы сегодня играли очень концентрированно, слаженно, очень дисциплинированно. После второго периода мы уже вели 3-0. Третий период мы просто доигрывали. Под контролем держали. Как вам вообще уровень МХЛ? Команда же первый год играет на этом уровне. Как тебе уровень МХЛ? Так уровень МХЛ скверна. Тимы са на наивысшей уровне. Са тактически виспели, а это уплене цвене, чем Ческа Экс-Лига юниору. Все команды очень хорошо подготовлены, играют очень взрослый хоккей и тактически очень сильные. Это намного сильнее, чем чешская экстралига. Не настроились, не знаю, плохо начали. Не знаю, в обороне плохо сыграли. Да и в нападении шайба не держалась совсем. Не знаю, мало бросали вообще. 5 бросков во втором периоде. Так не выиграть. Скажи, что в перерыве говорили тренеры между собой? Сказали, надо завестись. Сделать невозможно. Камбэк, как в тот год с Тюменью играли. 4-0 было. Хотелось это же повторить, не получилось. Почему только у тебя запала хватило, остальные тебя не поддержали? Я не знаю, у меня не идет игра не в той форме. Хотелось очень забить. Полез. Начал толкаться. Команда завелась. Все. Надо сначала так играть, а не за 5 минут до конца начинать. Завтра что планируете? Вот между собой вы игроки, как вы планируете завтра? Втыкаться в них. Не знаю. Нападение надо было лучше сыграть. И выиграем.